Привет, ну что, проходим далее, Человек-паука. Друзья, сегодня у нас особый звонок в студию. Сейчас нам сообщат важные новости, ведь кому же еще? Мэр Осборн, спасибо за звонок. Тебе спасибо, Джона. Когда ты был издателем Бьюгл, ты всегда был справедлив ко мне. Да, суров, но справедлив. Ну, это моя работа, господин мэр. Беспристрастность — мое кредо. И я не поставлю ее под сомнение. Итак, что за крайне важные новости вы сейчас эксклюзивно расскажете на моем шоу? После жестокого и трусливого теракта в ратуше, жертвой которого я чуть было не стал, я понял, что полиции нужна помощь. И я заверяю жителей Нью-Йорка, что готов ее обеспечить. Ага! А я говорил, что нам это необходимо. Вы взяли мою идею о копах Тихоокеанского побережья. А, нет. Хотя это была отличная идея. Нет, это стражи порядка, которых обычно наши военные берут себе в помощь для заморских операций. Я не могу разглашать детали неподписанного контракта, но это опытные, надежные люди. Что ж, звучит здорово, господин мэр. Хотя я, конечно, пока не буду выражать свою взвешенную позицию до изучения всех фактов. Меньшего я не жду. И я подчеркну, доблесть и отвагу нашей полиции никому не заменить. Мы дополняем их, получаем результат в обход бюрократической волокиты. Именно результаты нам и нужны. Я рад, что вы здесь и услышите мои подозрения, что Человек-паук вполне возможно сообщник демонов. Я уверен, это увлекательная теория, но врачи рекомендуют мне сейчас больше отдыхать, так что если позволите... О, конечно. Спасибо за звонок, господин мэр. Я жду ваших звонков в любое время. Шарик, ты слышал? Суров, но справедлив! Это наш новый слоган. А мне плевать, что он уже занят. Плевать! Привет, доктор. Привет, Питер. Освобожусь через минуту. Ого, сколько тут всего нового. Ой, даже тормоза, блядь, эти. Блядь, ты чё ты нахуй с икрой, я понимаю. Где вы взяли все это оборудование? Да, с миру по нитке. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. А может тормоза нахуй уйдут? Я не понимаю. Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, мы все время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо, так должно сработать. Да, блядь, вы готов? Ебаные тормоза заебали, честно. Чё они там, блядь, намутили? Всё хорошо? Черт! Это все твоя вина, Норман, сукин ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать.
Извините. У меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Паркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть, а я здесь все подготовлю к новому запуску. Значит, простите, что спрашиваю, но, похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории. Подружились. Решили открыть дело. Чё за хуйня? Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте. Вы были у истоков Аскорб? Да я наполовину и есть Аскорб. В старших классах назвали 2О. Добавить корпы, вот. Так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе. Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. О, ты не хочешь попробовать сам? У нас получилось. Теперь нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно, нет, с сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь, я разберусь. Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? За обновленный мир? Пропущено от МДЖ.
Доктор, мне надо бежать. Вернусь позже. Не волнуйся, работа подождет тебя здесь. Что это? Да что, она пошла к этим дебилам, блядь. Прости, я пропустил твой звонок. Наш ужин в силе? Ужин? Ах, да. Я звонила по другому поводу, но... Да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь. Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока не дома, но куплю что-нибудь и дам знать, как вернусь. Хорошо, до связи. Так, ужин у МДжей. Сложно что-либо испортить, ведь никто ничего и не ждет. До ее звонка я могу немного поработать. Да, пока нехуй, блядь, делать. Да, вот это вот буду. Я считала, что вы склонны к преувеличениям, но после взрывов ратуши я поняла, что вы были правы. Мне многие это говорят. Поздравляют меня. Но мне не нужны поздравления. Я бы очень хотел ошибаться. А еще лучше, чтобы сильные мира сего услышали меня раньше и сделали что-нибудь. Но они не слушали. И сомневаюсь, что послушают теперь. Если обеспокоенные граждане, как мы с вами, не заставят себя услышать. Встаньте с колен, верните себе свой город. Только так мы сможем добиться торжества правосудия. И не забывайте слушать мое шоу. Я пошел, ты со своим шоу. Сколько мне летать и бегать, блядь? Привет! Я купила продукты в магазине. Не терпится увидеть, что ты приготовишь. Лечу. Попробую тебя удивить.
Питер. О, тормоза опять. Ты не блядь. Поверишь, что случилось. Помнишь адрес, что ты мне дал? Да помню. Я была там. МДжей. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место? Тот офис. Возможно, внутри есть что-то связанное с Ли. Нужно вернуться туда. Что? Что это? Какой урод не убрал за собой? Наверняка Хэппи. Чуть крысу не прибил. Надо убрать этого типа с дороги. Мартин Ли платит боссу? Да. Этого зверя мы создали для Ли. Ли финансирует проект босса. Все счастливы. Хреново. Лучше если что-нибудь уронить, это отвлечет его внимание. Я вот только не помню, как. Слышал. Ри, иди сюда. Босс хочет с тобой поговорить. Нужно проникнуть в тот офис. Так на что босс тратит деньги, полученные от Ли? Что они строят? Это все для Ли? Ты ее пробовал? Осторожно. Начнись, блядь. Потихоньку. Это место пугает меня. Для чего нужны эти огромные колеса? Где она? Я же тут ее оставил. Кто-нибудь возьмет что еще это? Пиво после этой смерти? Какое-то военное оборудование? Офис должен быть справа от меня. Но нужно действовать осторожно. Кажется, это важные бочки. Алхимакс. Знакомая на... А что здесь? Бо, не надо! Ли, не заметит! Надгробие. Ты прав, Рикс. Не заметил. Потому что нечего будет замечать. Ос, черт! Я сказал, что исправлю! Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Я разочарован.
Мне нужен новый сварщик. Назад пути нет. Нужно проникнуть в тот офис. Идем, проникаем быстро, быстро. Мне что это? Ну давай. Получилось. Черт, я стал параноиком. Чертежи. БТР. Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная машина? Ну вот. GPS-трекеры. Для чего они над гробью? Так, братва. Уходим. Забирайте добро из офиса. Мне пора. Ладно, я хочу сказать, больше так не делай, но знаю, что ты все равно сделаешь. Так что... возьми с собой несколько. Класс. Спасибо. Ты же понимаешь, что надгробие почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я тормоза, вот... тормоза. Тоже все все. Без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится. Ну, хоть не пельмени. Ты ведь никогда мне их не простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали все здание. Ага, еще и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они были счастливы, что мы расстались. Да. Так. Давай обсудим, что ты нашел в офисе Ли. Ну, у Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но... почему? Почему? Пока не знаю. Даже но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Я тут подумала. Может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа, девушка-паук? Женщина-паук. Нет. Женщина. Не помощницей. Партнером. А... только не это! А! Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Хм, звучит знакомо. О, финдиректор Оскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что? Бросил свою одежду на пол в кухне? Куда мне ее лучше? Просто положи на диван. До встречи. Ага. Привет, это я. Карри отличный. Так что мы знаем о Чарльзе Стэндише? Посмотрим. Финансовый директор Оскорб. Больше 20 лет в компании. Не женат. Большая коллекция искусства. И если у него пентхаус в том доме, значит он супер богат. Раз Ли охотится на него, он связан с дыханием дьявола. Я поищу что-нибудь в той папке. Дай знать, как найдешь. Думаю, Ли мог задумать что-то похуже, чем события в ратуше. Так мы теперь партнеры? Потому что очень похоже, что да. Партнеры! Хорошо звучит. Отлично. Полиции не помешает помощь. Да, да, не помешает. Ты
Я не знаю, что это. Кто-то тут спешил. Человек-паук! Ты ранен? Я да. Но вам нужно скорее найти мистера Стэндиша. Парни в масках схватили его и силой увели к нему домой. Он живет в пентхаусе, верхний этаж. Ладно, держитесь. Ты рад, что вы здесь. Не могу найти свою машину. Готов поклясться, что оставил ее тут. Закончили. Стойте, и вы тут работаете? В этом здании к охране парковки относятся очень серьезно. Ням-ням-ням-ням-ням. Хорошая драка. Пятерка за старание. Все? Лифт не вариант, они знают, что я тут. Может, я смогу пробраться по шахте лифта? Похоже, отсюда можно пробраться в пентхаус. Ты меня уйди. Не
Я почти на месте. На свет не выползаем. Высокое здание. Зажигательный? Серьезно? Вот ведь! Нехорошо. Нехорошо. Стендиш. Ладно, что теперь? Вводи свой пароль. Он, кажется, нервничает. Стоит вырубить его. Теперь ты худи-вуди. Герлянду. Сказать по правде, так даже лучше. Ладно, все чисто. Надеюсь, Стендиш в порядке. Stop!
Еще разок. Теперь порядок. Что они тут забыли? Просто финансовые отчеты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег, но все эти годы держал все в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищенный сервер. Платежную информацию о докторе Айзеке Дилане. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Давай, давай! Стойте! Этот лифт! Сейчас! Почти достал! Старайтесь падать медленно! Да-да. Есть! Порядок? Да, наверное. Ага, да. Знаете, для шахты лифта здесь очень даже мило. Привет, Юрий. Ты в порядке? Да. Но я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чем дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я, кажется, как раз нашел рабочую зацепку. Зацепку? Копом себя возомнил? Имеешь в виду... Копом-пауком? А, Юрий? Ну ладно. Питер, что там со Стэндишем? Порядок. Ладно, здорово. А демоны? Они искали имя. Ручка близко? Да, диктуй. Доктор Айзек Дилани. Ладно. Кто он? Причем тут он? Я надеялся, ты мне скажешь. Я займусь. Дай лишь время. Да, кстати, ты оставил у меня тот трекер. Я завезу его в лабораторию доктора Октавиуса. Сообщу, как найду что-нибудь о Дилане. Новую побочку. Костюмы. Что-то у нас. Да, бредить нельзя. Испытание этого дебила, блин, там проходить. Так. Где побочка? Побочка. А где? Я не вижу. Это я. А где побочка, блядь? Что за хуйня? А вот оно все.
Сообщение от Дока. Прости за поздний звонок, но меня просто разбирает от идей. Мы думали слишком мелко, Питер. Зачем заменять потерянные конечности их копиями, если можно улучшить их? Разумеется, люди, потерявшие руку, мечтают вернуть потерю, но мы можем дать им кое-что лучше. Не обязательно придерживаться стандартов человеческого тела. Мы можем пойти дальше. Нужно это обдумать. Док очень воодушевлен. Лишь бы не перегорел. Надгробие. Давай. Пока я здесь, нужно осмотреть передатчик. Если я с ним разберусь, то он сможет следить за грузами надгробия. Блять, я что-то ничего не плюсую. Может тогда. И здесь я тоже ничего-то не плюсую. Ну, по-любому-то сюда. Должно сработать. Сейчас испытаем. Где ты это испытываешь? Так. Нужно следить за сигналом. Он приведет к грузу, который везет надгробие.
надгробие. Сколько же от него проблем? Толстая кожа плюс нулевая мораль. Все плохо. Надеюсь, торговля краденым – худшее из его занятий. Машина. Решили покататься? Как черт! Это человек-паук! Вызывай подмогу! Да, это я. Берегись! У него паутина! О, господи, тут вся банда. Банда устранена. Посмотрим, что в грузовике. Да куда ты полетел? Да блядь! А, контейнеры для химикатов. Но чистые. Похоже, они с завода Алхимакс в Гарлеме. Но что в них было? И этот звук означает, что наш раунд завершен. Нужно зайти на Алхимакс и узнать, что было в этих бочках. Надгробие что-то задумал. Возможно, незаконное и точно опасное. Все, пройдено. Эй, у тебя есть время проверить кое-что? Нет, но если попросишь вежливо... Мне сообщили о подозрительной коробке на крыше в адской кухне. Можно вызвать саперов, но вдруг это просто научный проект какого-то школьника. Да, понимаю, дефицит бюджета и все такое. И... Эх, пожалуйста, посмотри, а? Ага, волшебное слово. Я надеюсь, это научный проект какого-то школьника. Как я скучаю по тем временам. Школьные проекты были проще реальных. Ты какать хочешь, что ли? Проще реальных. Сидит на месте. Вот испытание бомбы, блядь. Вот испытания пошли. Дрон, блядь. Бомбы нахер. А они пока что-то еще не отмечены. Так, что у нас там по времени? Но я уже не успеваю. У меня тут интересная новость о том безумце по прозвищу Носорог. Судя по всему, вчера он чуть не сбежал из своей камеры на плоту. Вам интересно как?
Ну, никто не дал нам на это ответа. Но меня заверили, что его перевели в более надежную камеру. Я, конечно, не эксперт по тюрьмам. Но разве суть этого учреждения не в том, что это и есть самое надежное место? Он же 300-килограммовый маньяк со сверхпрочным рогом. Если у вас есть надежная камера, почему он не был в ней? Потому что... Ладно, на этом все. Так что будем продолжать дальше. Надеюсь, эти тормоза как-нибудь исчезнут там сами по себе, блять. Потому что я не знаю, что уже делать. А, возможно, из-за обновлений драйверов. Ну, блин, они уже обновляются у меня два раза. А то и три или пять, блять, с тех пор, как я приобрел игру. Хер его знает. Чё там, до какой версии откатывать? Я лучше подожду новых. Может, будет новые, и что-то все исправится. Ладно, на этом все. Давай, счастливо.